Приветствую вас, господа. Итак, нам стал доступен вот такой прекрасный новенький карьерный погрузчик от РНГ WL500. Давайте купим и будем смотреть. Так, у нас один двигатель, коробочка, четырехступенчатая подвеска, одна, два вида колесиков, лебедочка, четыре вида, даже офлайн есть. Подключаемый дифференциал, шноркель и модули кузова. Так, вилы длинные, ковш и коротенькие, да, как у погрузчика. И захват. Давайте захват приобретем. Посмотрим. Так, у нас фронт Mudguards. Защита от грязи, типа передняя. И два вида дисков. Так, цвета. Вот такой вот кастомный есть от РНГ, прям прикольно смотрится. Ну и далее все цвета РНГ, как говорится, на любой вкус и цвет. Это прикольно, но я оставлю вот такой кастомный, чисто РНГшный. Давайте выползем из гаража, посмотрим на модельку поподробнее. Не, ну модель просто потрясающе сделана, даже типа на захвате краска местами облуплена, это прикольно на металле. Местами ржавчина даже проскакивает, блин, прикольно. Сделана круто, моделька просто великолепная. Колеса, все круто. Давайте гудочек. Прикольно, пойдет. Салончик посмотрим. Блин, пока все круто. Давайте заведемся. Ну что, стрелочка работает, все круто. Давайте посмотрим на наш захват. Тоже все работает прекрасно. Хорошо, давайте прыгнем в гараж. Поставим ковш. Что же выглядит просто прекрасно. Посмотрите, как это все прорисовано. Блин, ну просто круто. Просто великолепно. Так, прекрасно. Давайте свет проверим. Поставим ночь. Ух ты. Свет прекрасно работает, отлично. Давайте день и немножко прокатимся с вами. Ну, не особо быстрый, в принципе, пойдет. Так, сейчас выйдем сюда, тут есть немножко камушков, посмотрим, как мы с вами с ковшом поработаем с ними.
В принципе, прикольно. Да, не все, конечно, соберем, не все будет прям идеально работать, но оно работает. Да, моделька просто потрясающая. Ну что, теперь у нас есть кировец, да? Есть вот такой вот РНГ WL500. Я так быстренько посмотрел, погуглил, и он похож, по-моему, на Volvo K538 или что-то наподобие. Но могу ошибаться. Просто великолепно. Ну что, господа, вот такой вот карьерный погрузчик у нас. Ссылочки на него, естественно, в описании. Также найдете там мой Discord сервер, можете заходить. Ну и также подписывайтесь на канал. Как говорится, ставьте лайки. И мы увидимся с вами в новом видео по SnowRunner уже совсем скоро. Давайте, пока-пока.